Здесь все за это платить не надо. Вот там собирай, сколько хочешь, камни, строй. Денег у меня нет. Если бы были деньги, я бы из кирпича тоже построил. Вон такой дом, посмотри, он двухэтажный. А у меня нету средств на это. Поэтому решили вот из камня делать вот так. Все по-горски, как в горах вот раньше строили из камня, из, наверное, раствора. Все вот так он. Как у него получается, я даже не знаю. Один камень к другому, и все стоит тоже прочно.